Подготовка Красноярска к зиме идет по плану. Об этом говорили накануне в городской администрации. Депутаты Красноярского горсовета озаботились ходом подготовительных работ, и постоянная комиссия по вопросам ЖКХ попыталась собраться на специальный комитет. Однако многие народные избранники на него не явились. Кворум не состоялся, поэтому заседание переформатировалось в рабочее совещание. Некоторые депутаты заявляют о том, что начало отопительного сезона находится под угрозой, но специалисты это опровергают. Выполнение мероприятий соответствует аналогичному периоду прошлого года. Поэтому обозначить великую обеспокоенность на сегодня невозможно. Есть затруднения, но будем говорить о том, что никогда не существовало, наверное, такой резкой практики ареста счетов. Вот это единственное, что возможно обозначить. Но как мы видим, что аресты из семи, из шести сняты. Подробно о ходе подготовки краевой столицы к зиме рассказали представители теплотранспортных и управляющих компаний, энергосбыта и прокуратуры. Все идет по графику. Закупается уголь и топливо, ремонтируется оборудование ТЭЦ и котельных. Жилой фонд уже почти полностью подготовлен к наступлению холодов. Единственная проблема уже традиционно возникла с котельной РТК, которая отапливает микрорайон Солнечный. Ее руководство вновь заявило о том, что у них нет денег на закупку топлива. И уже около месяца они утверждают, что запасов угля хватит всего на 2 недели. Такие заявления они делают не первый год, но к началу отопительного сезона вопрос всегда благополучно разрешается. Тем не менее, городские власти пообещали взять ситуацию на особый контроль. В целом, подготовительные работы идут по плану и соответствуют аналогичному периоду прошлого года, а по некоторым показателям даже опережают его. За этим пристально следит оперативный штаб мэрии, который собирается каждую неделю. А специальная комиссия отслеживает исполнение графика по подготовке краевой столицы к зиме в ежедневном режиме. Депутаты, которые инициировали собрание комиссии, выразили желание создать собственный штаб. Однако многие их коллеги эту инициативу не поддержали, назвав ее излишней и бессмысленной. На сегодняшний момент как таковой угрозы явной мы не видим. Все идет в плановом режиме. Я вижу, как работает городская власть, оперативные штабы, постоянные выезды, контроль, мониторинг ежедневно осуществляется. То есть они делают все необходимое, занимаются даже платежками, контролируют. То есть дошло до того, чтобы видеть реальные платежи, куда идут перечисления. Они действительно работают. Основные как бы моменты подготовки компании на этот период к зиме – это накопление запасов топлива и выполнение программы ремонтов оборудования. По накоплению запасов топлива хочу сказать, что у компании на сегодняшний день проблем никаких нет. По углю при плане на 5 августа 285 тысяч тонн, накоплено 365 тысяч тонн, что составляет 128% от плана. По мазуту тоже 127% от плана сейчас накоплено.